Конец 19 века. Сибирь. Село Медведево. Купцы, отец и сын, Петр и Прохор Громовы влюбляются в одну женщину, офицерскую вдову Анфису Козыреву. Чтобы избавиться от соперника, отец отправляет Прохора в опасный путь, поручая пройти непроходимую доселе Угрюм реку. На сельской ярмарке Прохор знакомится с купцом Груздевым. Груздев сулит юноше большое будущее и обещает помогать во всех начинаниях. В то время как Прохор с Ибрагимом отправляются в суровое путешествие по Угрюм реке, Медведева Петр принимается активно ухаживать за Анфисой. На стоянке в деревне Подволочная Прохора влюбляется местная девушка Таня. Он проводит с ней ночь, а на утро спасается бегством от ее жениха Тимохи Паркова.